Вітаю, друзі! Ви на фабриці новини. Це щоденний аналіз подій з полковником запасу Збройних сил України, льотчиком-інструктором Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Романе Григоровичу, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Інцидент вже назвали найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття. Виходить, що окупанти без бою самі собі змили першу лінію оборони? Ну, они смыли первую линию обороны вдоль Днепра, но не все так просто, то есть не все так линейно. Россияне зашли в прошлом году, уже больше чем год назад, они зашли на Новую Каховку, дальше на Каховскую гидроэлектростанцию. Когда они ее захватили, они ее сразу проминировали мех части, ну то есть мех зал. Был проминирован, и потом, когда уже осенью они отходили с правого на левый берег, они еще больше ее проминировали, уже заминировали шлюзы и выставили грузовики с взрывчаткой на Каховской гидроэлектростанции. Сама Каховская ГЭС, она со стороны, то есть с востока, с российской стороны находится, то есть россияне контролировали Каховскую ГЭС, а дальше, там чуть больше сотни метров, это Каховская ГЭС, а дальше начинается дамба, которая переходит на правый берег, уже на неоккупированную Украину. Потому Каховская гидроэлектростанция была под полным контролем россиян, была проминирована еще в прошлом году, и мы знали прекрасно, что они ее однозначно когда-то взорвут, когда только примут решение. Решение в прошлом году, они готовы были ее взорвать, если бы наши войска на плечах отступающего противника, россиян, которые уходили справа на левый берег, мы бы начали двигаться через Каховскую ГЭС, они бы ее подорвали. И, так сказать, в прошлом году это решение было не принято, такое решение. А в этом году они были готовы подорвать Каховскую гидроэлектростанцию, когда будет готовность наших войск, когда начнется горячая фаза наступления, и будет готовность наших войск на южном, то есть на нижнем течении Днепра, начать переправляться через Днепр, то есть форсировать Днепр через острова в районе Кинбургской косы, островов Херсона. Потому как только такая готовность возникла, по крайней мере, у нас наши части воинские на нескольких островах уже были забазированы, на Кинбургской косе мы ее контролировали, вот россияне приняли решение подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. То есть они остановили планируемое наше форсирование Днепра. Ну, таким способом. Они выбрали из двух зол меньше, ну, для них, по крайней мере. То есть им светило, вот, допустим, сегодня форсирование Днепра украинскими войсками, и дальше выход из-под Кинбургской косы, Олешек, и выход в сторону Армянска, в сторону Крыма. Мы через несколько дней были бы уже в районе Армянска. Кстати, и в Армянске они проминировали крымский титан, который находится, это химпредприятие, там кислотоприемники, там есть хлорная часть. То есть они проминировали подходы и, в принципе, готовы были и его взорвать, если не получилось бы как-то с подрывом Каховской гидроэлектростанции. То есть вот такое развитие событий не россияне посчитали для себя худшим вариантом, потому подорвали Каховку, Каховскую ГЭС, смыв, естественно, левый берег и свои все укрепления. Но вот смыв укрепления не посчитали меньшим злом на данном этапе, потому и пошли на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Но оттянули они, может быть, то есть задержали наше движение, предполагаемое, максимум на 2 недели. Через где-то 5-7 дней вода большая сойдет, еще неделя подсохнет, и, называется, будет, как было раньше. Где-то через пару недель оно все восстановится, и, в принципе, можно будет продолжать наше движение, если будет принято такое решение, ну, допустим, на продолжение. При планировании наступательных операций просчитываются любые варианты, и самое худшее в том числе. Потому и этот вариант с подрывом Каховской ГЭС с россиянами был просчитан. Я думаю, есть план «Б», который будет включен нашим командованием и выполнен вооруженными силами Украины. Посмотрим за развитием событий, но не раньше, чем через 1,5-2 недели на этом участке фронта. Пока сейчас у нас есть еще 3 участка фронта, где активно проходят боевые действия.
Тобто це не означає, що вони зупинили, а лише тимчасово, я правильно задержали. Розумію? Да, а вони задержали, да. Вот именно с этой целью задержать на 1,5-2 недели форсирование Дніпра і була взорвана Каховська гідроелектростанція. Тобто вони пішли на це. А що вони роблять, Дмитро Мангригорович? От вони, ну, 2 тижні вони там виграли, да, скажімо так. Їх там затоплює, і навіть є перехоплення, де вони розповідають, що вони сидять на деревах і просять їх якось там врятувати, так? От, а що робитимуть? Ну, те, хто сидять на деревах, їм неділю треба буде навчитися гнезда плесть на цих деревах, как-то, щоб спати, не свалитися, і їсти кору цього дерева, на яких сидять. Ну, це небольшое количество войск, то есть это исходя из общего количества, это малое количество. Ну вот смотрите, что они сделали. Они подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, увеличили зеркало воды ниже, южнее Каховской гидроэлектростанции, создали непреодолимую преграду для украинских войск на ближайшие 2 недели. А значит, освободили как минимум несколько десятков тысяч российских солдат от выполнения задачи охраны и обороны, допустим, левого берега. Значит, они их могут сейчас использовать на других участках, на Запорожском направлении, на Донецком, на Луганском. Они их могут сейчас куда-то как минимум на 2 недели перебросить. Ну, то есть, вот положительный еще момент для россиян подрыва. Вот они его использовали, а в ближайшие 2 недели будет проходить горячие фазы уже нашего наступления на 3 фронтах, на Запорожском, Донецком и Луганском. И россияне 4-й фронт просто обезопасили себя, по крайней мере, там в районе 200 километров вот они сделали безопасное это направление. Но с точки зрения военной, в принципе, логика есть. Еще раз повторюсь, они из 2 зол выбрали просто меньшее. Нас это никак не остановит, то есть включен план Б, и будем развиваться по этому плану. Вони говорять, але якщо говорити от про інші наслідки, так, відбувається евакуація цивільного населення, навіть є поранені, тому що коли от наші поліцейські допомагали там евакуювати населення, росіяни все одно при цьому вели артилерійські обстріли, є інформація про те, що навіть є поранені. Ну, тобто, які інші наслідки, тому що в Офісі Президента говорили і про те, що ситуація є складною тепер і для Запорізької атомної електростанції. Ну, дело в том, что сброс воды с Каховского водохранилища, он приведет к отступлению воды от берегов, то есть к возврату в русло изначального Днепра. Ну, там надо будет просто видеть, до какой степени будет сброс воды, то есть до какой столб останется, естественно, этот столб будет занимать какие-то там метры, километры Каховского водохранилища. Но, по крайней мере, на сотни метров вода отойдет от берегов. Это вскроет несколько, то есть будет большие проблемы с набором воды тех городов, которые находились на берегах Каховского водохранилища. То есть это Никополь, ну вот правый берег, левый берег, включая тот же Энергодар. То есть им придется удлинять водозаборы, ставить, может быть, подкачивающие станции. Но это целый процесс инфраструктурный, которому, я думаю, наше министерство должно было быть, по крайней мере, готово, понимая, что еще с прошлого года они были готовы подорвать Каховскую ГЭС. То есть я думаю, сейчас эти механизмы включатся, и водозабор, в конце концов, будет продлен. Но вода ж полностью не уйдет. Днепр как был, так он и останется. Тот фондовый Днепр, который миллионы лет там тек, вода шла. То есть, а по Запорожской атомной, я бы не сказал, что там большая проблема. Дело в том, что перевести в холодный режим все 6 реакторов возможно, а охладительное озеро, так называемое водоем, который запитывает второй контур Запорожской атомной станции, он в заглушенном состоянии, там, в принципе, воду можно качать по кругу. Главное, чтобы только было подвод электроэнергии из внешних источников, то есть из энергосистемы Украины или из резервных источников генераторов, дизель-генераторов, которые тут же автоматически запускаются. Я думаю, большой проблемы для Запорожской атомной станции такого рода действия не приведет. Вот проблема будет ее запустить. 6 реакторов запустить, и будет однозначная проблема.
пока не наполнится все зеркало Каховского водохранилища, я думаю, Запорожскую атомную станцию никто запускать не будет. Вот сейчас ее переведут в холодный режим, и мы пока про нее подзабудем, по крайней мере. А що з Кримом? Тому що говорять, що серед наслідків також і в Криму не буде води. Пісков каже, що вони там приймають ці необхідні міри, і запас води у них там є, і все у них там буде добре. Ну, Криму 8 лет без Дніпровской води був, тому, ну, побуде ще несколько місяців, ну, вернее, не місяців, опять же, в Крим вода пойде тільки тоді, коли ми, во-первых, його освободимо, а во-вторых, восстановимо Запорозьку, то есть Каховську гідроелектростанцію или дамбу вместо її. Там, если будет принято решение не восстанавливать Каховскую гидроэлектростанцию, а просто просыпать дамбу, это, кстати, одно из решений, то есть забыть за то, что она там была, это, кстати, быстрее будет, чем, допустим, восстанавливать ГЭС. И просыпать дамбу и просто уже наполнить Каховское водохранилище, ну, это, наверное, на следующий год, не раньше пойдет вода. Большой проблемы для Крыма этот год, ну, не принесет. 8 лет были без воды, без Днепровской, как-то переживали, а потому переживут это время, пока мы не наполним, освободим Крым и запустим воду. Секретар РНБО Олексій Данілов після сьогоднішнього засідання РНБО сказав, що окупанти відчують на собі ефект від цих рішень Ради нацбезпеки. Він натякає на ситуацію на фронтах. Так и есть. Началась горячая фаза наступления, то есть наступление уже идет месяц с первой декады мая, после того, как просохло, все это начало разворачиваться, двигаться. Сначала движение было малых тактических групп, потом рот, разведрот, мы видели, слышали эти движения. Некоторые движения разведрот привели к заходу наших войск в районе, на высоты в районе Бахмута. Потом, вот последнее время, движение уже разведбатов было с усилением, там по каждому разведбату по роте, танковой роте по 10 танков было придано, на некоторых направлениях были плюсы. Сейчас уже движение идет бригад, уже наши войска бригадами начинают двигаться, но тоже очень положительно в районе Великой Новоселки, это западнее Угледара, в районе Угледара, район Авдіївки, юг Авдіївки, довольно-таки неплохо наши войска продвигаются. Двигаемся дальше в районе Бахмута по высотам, окружаем город, тоже положительное движение есть. И район Сватово, идем со стороны Купянска вдоль этой дороги, с Купянска на Сватово, она на западном берегу реки Красной находится, это опять высокий берег, выше, чем восточный берег реки Красной, а именно на восточном берегу находится Сватово. Потому как только подойдем к высоте над Сватово, Сватово будет как на ладони. То есть вот общее движение довольно-таки, во-первых, правильное, положительное, ну и динамика довольно-таки неплохая. Пока мы только бригадами двигаемся, уже хорошие результаты. Когда пойдут движения корпусов, вот в ближайшее время, я думаю, в течение недели начнется уже формирование корпусов для прорывов. Вот движение корпусов уже будет таким показательным, потому что корпуса будут проходить на глубину второй, третьей линии обороны, там, где прорывы будут, где, допустим, каскадное обрушение фронта. Но все будет зависеть от замысла главкома Залужного. Ну, может быть, на это время будет выключен вот Херсонское направление, так как, ну, уже понятно, то есть зеркало воды не даст форсировать Днепр в ближайшие полторы-две недели. У Куп'янському районі Харківської області в результаті обстрілу пошкоджено трубопровод з аміаком. Роман Григорович, наскільки ця ситуація, ну, скажімо так, небезпечна? Да ничего там страшного нет. Труба идет, если считать вот, из Одессы, она идет через Балаклею на Куп'янськ и на Валуйки. Россияне с Валуек всегда шли, с Валуек на Купянский, на Балаклею. А мы освобождали с Балаклеи на Купянск, то есть вот это вдоль трубы, туда-сюда войска двигаются. И вот было просто, нужно было просто время, когда какой-нибудь из снарядов одной или другой стороны повредит эту трубу, она под высоким давлением. Но взрыв любой точки трубы, он сразу... Там срабатывает определенная
определенные механизмы, которые трубу глушат на одну и другую сторону, выбивает там, может быть, чуть больше километра этой трубы. Там, ну, пусть там, ну, 100 тонн этого аммиака. Аммиак сам по себе это не хлор, то есть он испаряется, он сразу уходит. Облако какое-то есть, держится определенное время, но быстро рассеивается, и, в принципе, проблем каких-то больших абсолютно нет. Аммиак, кстати, американские фирмы, вот, которые сильно хотели, чтобы прокачал Путин этот аммиак на Одессу, они его в таком же практически виде просто добавляют в почву, даже не перерабатывая его там в мочевину или не прогоняя их по каким-то химическим предприятиям. Они сразу его загоняют в почву, потому аммиак это полуфабрикат для производства аммиачных удобрений, там аммиачные селитры или еще чего-нибудь, карбамида. А можно вот некоторые технологии просто вводят в почву. Ну, ничего страшного, даже если там, там сотня тонн аммиака вышла в воздух, она рассеялась и проблемы никакой не принесет. Но уже как минимум решен вопрос о прокачке аммиака. В этой жизни, скорее всего, там уже никто никуда качать ничего не будет. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що частина Чорноморського флоту відступає з Криму до Новоросійську. Що у них там за проблеми? Движение наших войск в сторону Крыма. То есть вот это движение, которое они прекрасно понимали, что если не подорвут Каховскую ГЭС по какой-то причине, то наши войска форсируют Днепр и будут уже в Армянске там, через неделю, а в Крыму через пару недель. Пусть через месяц к Северным Крыму, а оттуда уже можно будет работать по даже теми средствами поражения, которые у нас есть, с достаточным количеством, теми же «Хаймерсами», GLSDB или ракетами М-31 из «Хаймерса», можно было бы уже работать по бухтам, практически по всем бухтам, крымским бухтам, то есть Черноморского флота России. Потому они по протоколу безопасности начинают перебрасывать себя в Новороссийск, ну, пытаются, по крайней мере. То есть этот процесс уже пошел, и он, наверное, необратимый. То есть они уже прекрасно понимают, что в Крыму им не жить, в Крыму Черноморского флота не будет, и потому этот полный процесс перебазирования Черноморского флота из Крыма в Новороссийск уже начали. Вот если бы они это начали, это перебазирование до 2017 года. До 2017 года они имели право находиться в Крыму. Был договор определенный, мы бы его не трогали бы. То есть если бы они до 2017 года перебазировались бы из крымских баз в Новороссийскую, может быть, никаких бы проблем больших и не было. А теперь, я так думаю, не будет Черноморского флота вообще. В ближайшее время посудины эти, там, по-моему, 60 или 70 посудин, я думаю, мы их потопим. Черное море – это такой рукомойник, мы уже с вами говорили, моряки и летчики называют это море рукомойником, да, там спрятаться от авиации, от ракет невозможно ни одной посудине. Ну, можно еще поболтаться на определенных глубинах, там у них есть, по-моему, 6 дизельных подлодок, ну, опять же, подлодки также вычисляются в этой посудине, в этом рукомойнике найдут любую подводную лодку, средства, опять же, авиации. Есть вертолеты с сонарами, которые вычислят подводную лодку, а потом забросают ее глубинными бомбами. И, в принципе, я думаю, о Черноморском флоте уже, наверное, надо будет забывать. Вот пока он еще болтается, это как суслик, вот вроде как его не видно, а он вроде есть. А тут в обратную сторону, вот его еще видно, а его уже нет. Пане Григорьовичу, ще уточню, от міністр закордонних справ, наш колега, говорить, що Україна має всю необхідну зброю для наступу. Враховуючи те, що відбувається на фронтах сьогодні, те, що ви бачите, тобто ви як військова людина, так? Ви з цим погоджуєтеся? Так і є. Діло в тому, що по законам війни ніхто не почне наступлення, якщо нічого. Або немає розуміння його окончання, або чим його виконувати. Ну, раз мы начали горячую фазу, значит, это точно 100% у нас уже все есть для выполнения всех планов, которые расписаны нашим генштабом. Это первая, правда, это первая все-таки часть наступления, если считать общая. Вторая часть, она будет уже с участием самолетов ближе к осени-зиме.
с участием F-16. Но я думаю, в это время мы будем уже зачищать горный Крым и начинать вопросы решать по Донбассу. Тоже, в принципе, старые горы. Туда лучше двигаться с помощью авиации. То есть авиация примет на себя большую часть огневой нагрузки, которая, бомбовой нагрузки, которая может сбросить на головы противника. Это будет самый оптимальный вариант. А вот на первую часть нашего наступления достаточно сил, средств. Я думаю, как раз все идет по плану, исходя из тех действий, которые сейчас видны. Идет все по плану, согласованному с нашими партнерами, ну, естественно, которые есть в голове, пока только у самого Залужного он уже решает вопросы. Романе Григоровичу, якщо говорити про ситуацію у Білгородській області, у Шебекіно, ми вже котрий день підряд обговорюємо її, але в головному управлінні розвідки кажуть, що є перехоплення про те, що армія Росії планує знищити артилерію Шебекіно. І є відео, де бійці, які там воюють, росіяни говорять, що там близько 80% складу їхніх так підрозділів знищив російський добровольчий корпус. От, тобто, чи може, не на так, ну, враховуючи те, що відбулося сьогодні, да, на Каховській ГЕС, то не дивно, що російська влада може піти і на такі кроки, на якісь, і на території своєї країни? Ну, для нас важливо створити 200-кілометрову демілітаризовану зону на востокі від нашої границі з Росією, або там з російськими государственные образа, на которые распадется Россия. Ну, если это будет делать сейчас Россия, ну, а что плохого? Вот пусть начинают с Шебекина, потом пусть переходят на Белгород и зачищают туда до Курска, до Брянска. Вот, могут вообще пройтись туда-обратно и зачистить, выполнить для нас нашу задачу. Демилитаризация, ну они еще и денацификацию, я так понимаю, российскую собираются провести россияне. Пусть проводят это, пока еще их территория. Но я думаю, после того, как они начнут такие мероприятия проводить, то в добровольческий корпус вступят большое количество белгородчан, которым ну, не совсем понравится уничтожение их домов и их среды обитания. То есть те ждуны, которые там, допустим, россияне, кондовые, они, конечно, оттуда уедут, они уже потихоньку оттуда собирают вещички и за Урал плавно двигают, гребут. Ну, а те украинцы, которые там испокон веку жили в Белгородчине, они останутся, они, конечно, я думаю, вступят в этот российский добровольческий корпус, хотя с политической, может быть, информационной точки зрения лучше вот как раз им уже привязываться к месту освобождения. Это должен быть не российский добровольческий корпус, это должен быть, допустим, белгородский добровольческий корпус, да, или корпус охраны порядка Белгородской Народной Республики. Вот тогда это просто понятно. Потому что пока этого еще нет, все это так размыто и с непониманием воспринимается и украинским обществом, потому что непонятно, что, оказывается, есть хорошие русские, да, ну, то есть это вот показатель какой-то неправильный, неправильная концепция восприятия российского как такового. Русские, дело не в русских, а в российских, что у нас есть хорошие россияне, не может быть хороших россиян, потому что любой россиянин, он за российскую, что такое россиянин? Это Российская империя, это один из будущих солдатов Российской империи, потому для нас это надо понимание, четкое понимание, а что происходит. Вот я уже несколько раз говорил, боевые буряты за свободную Бурятию. Вопросов нет. Какие вопросы? Или Татарстан, за свободный Татарстан, за свободную Ичкерию. Ну, можно поддерживать, и понимание есть. А вот русский, российский добровольческий корпус, за что, за свободную Россию? От кого свободную? От Путина? А значит, Российская империя остается? Так это вот уже, это не наша тема, насколько я это понимаю. Потому, когда российский этот добровольческий корпус переименует себя в белгородский добровольческий корпус, да, то вот это будет понимание и правильное развитие событий. И, кстати, здесь не надо ничего нового придумать, все придумано до нас Путиным. Донецкая Народная Республика и дальше вооружились, создали, провели какой-то референдум и попросили помощи у России. Вот то же самое надо сделать и здесь. Белгородская Народная Республика, провели референдум на бумаге, нарисовались, обозначились, определили свои системы управления, запросили помощи украинской армии. Поможем, а кто ж не поможет белгородчан?
Романе Григоровичу, ще одне уточнююче питання, якщо дозволите, тому що Пригожин каже, що Міністерство оборони Російської Федерації може кинути ядерну бомбочку на свою територію по Білгородській області. Ну, це піар чи ну, якби от Пригожин останнім часом транслює правду, що відбувається в Росії? Ну, можуть що угодно зробити, якщо не побояться достати ядерний заряд, тут же ж як воно пойде. Можуть доставати ядерний заряд, і щось прилетить в центр прийняття рішення. Щось типу з підписью на бывшей американской подписи Tomahawk буде какая-нибудь, допустим, сирень, і прилетить в центр прийняття рішення, отоб'є голову тому, хто таке рішення прийняв. Таке може бути розвиття подій. Хоча не виключаю і бомбочку по своїй території. Росіяни, від них можна чекати що угодно. У них проблеми з восприятием дійсності. Причому, я так розумію, у всіх росіян. А чому і негативно відношусь к росіянину як таковому? Чоловіку, у якого є російський паспорт, это уже такая в никуда движение, это как минимум. То есть для нас это опасность. Человек с российским паспортом – опасность для Украины. А вот человек без российского паспорта – это еще как-то можно поговорить. Пусть будет паспорта бурятские, татарские, чкерские, там, белгородские даже, и то пойдет. Вот с этими можно видеть. А то, что могут навернуть, ну, правильно Пригожин говорит, могут. Романе Григоровичу, я вам дякую, як завжди, за цікаву розмову, за детальний аналіз, за те, що ви щоденно знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором Фабрики Новин, це можна зробити на нашій YouTube-платформі. І ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступних зустрічей. Романе Григоровичу, до завтра, дякую вам. До свидання.